это робот, у всех свои хоботы. Только они это не знают, а знают много поводов, как отшить своих детей, родных, знакомых, дабы окунуться в рабочий омут. Снаружи одни, а внутри будто другие души. Хоть бери и выворачивай их наизнанку, но даже после этого они не будут слушать. Испорчены, искривлены, это правда. Это как в той самой комнате, на одной стороне не на другой, хоть падай в оморок. Но это комната смеха, ее такой считают. Эти люди по ту сторону зеркал в оковах тают. И мало шансов выйти, место давно оплачено. За выход платить не смехом, а совсем иначе. Ведь если там надолго остаться, то будет еще хуже. Себе, семье и всем, кому ты сильно нужен. Дабы все стало на свои места, дабы человека им стать. Забыв вход в эти зеркала, искривленные души улетят. Дабы все стало на свои места, дабы человека им стать. Забыв вход в эти зеркала, искривленные души улетят. Что в твоей душе, там сотни баррикад, сотни различных масок, сотни кривых зеркал. Вопли годами томятся, там не темно и не ясно, там тяжело выделяться, потому что там места им нет. Солнце медленно гибнет, вывернуться наизнанку, даст печь булыжник тот снять, который душа дотянет, который с помощью силы скрывает. Твой дневной свет за окном, печаль, работа. Да чтоб не кричали, послать всех нахер, робот. В тебе одна задача, тупо заколачивать респект у высшего чина, близкого сына послать, и тоска прекратится. Да, это как в той самой комнате, на одной стороне дни, на иной хоть падай в оморок, на иной вылитый оборотень. Пора меняться местами, иногда страшно и тесно, ведь когда летят года, все мысли в одной точке, эффект стада. Тут отключена прочь вдоль по кочкам, потом лететь с обочины. У меня